Новый случай массового шутинга в США. 9 человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы во Флориде. Инцидент произошел в районе Голливуд. О погибших не сообщается. Полиция штата задержала одного подозреваемого. Поиски второго участника стрельбы все еще продолжаются. Пострадавшие госпитализированы. Несколько находятся в тяжелом состоянии. Полиция ведет расследование причин ЧП. Я видел, как бежит толпа людей, кричащих, и я понял, что это были выстрелы. Я был в ужасе, я канадец и никогда не видел ничего подобного. 4 человека попали под пули случайно.